Вот такая интерпретация, скорее всего, антилопы гну. А вот этот дяденька, что-то он не подписан, кто он такой. Местный бизнесмен, наверное. Вот ему печатку труд. А это Козлевич, я так понял. Антилопу гну по аудиокнигу все прослушал. Почему-то авторы сделали все равно его в результате несчастным. Мне кажется, неправо уж, не знаю почему, хотя они и сами исколесили всю Америку на автомобиле в те времена, представляете, в те. Мы в эти как бы исколесили, но на арендном автомобиле. Но не всю Америку, а Калифорнию. А Ильф Петров в те времена исколесили в Америку. Молодцы. Такой замечательный Гулливер это. Наташа, кто это? Как ты его назвала? Ремесленник. Это ремесленник, а скорее всего это торговец. Ремесленник это который ремесло какое-то делает, правильно, Таш? Правильно? Не знаешь? Наташа, прочитай давай, что там написано Ленину. Все, чего мы достигли, показывает, что мы опираемся на самую чудесную в мире силу рабочих и крестьян. Ленин. Ясно? Вот все, чего мы достигли. А ты, Наташа, к чему? Кому относишься? К рабочим или к крестьянам? А? Средний класс. Средний это кто? Я не крестьянка и не рабочая. Ты не крестьянка и не рабочая, да? Нет. А средний это кто класс? Как ты сказала? Купчиха. Купчиха. У нас Наташа, вот посмотрите, вот купчиха стала. Ну и как? У нас, правда, купцы все уже нету, испарились. Вот одна единственная на планете. Видели купчиху? Предприниматель. Предприниматель ты? Ничего себе, молодец. Вот Наташа у нас предприниматель. А что ты предпринимаешь, Наташа, скажи? Как надо, так предпринимаешь? Ну ладно, молодец. Как ты меня научил, так и я тебя научил? Да. Нет, ну мы учимся-то у друг друга. Ну вот Ленин, смотрите, ребята. Изумительная. Я думаю, этому памятнику лет так, ну, минимум 60. Я так думаю. Нет. Вот глава администрации города Кингсбурга. Наташа, вот это как часы называются, скажи? Куранты. Куранты. А до этого какие были часы? Биг Бен, молодец. А вот это, интересно, новый герб или старый? Это вот, старый. Ну вот там люди, которые это... Нет, но это ноу-хау администрации города Кимбурга или... 1949 год. А, 1949 год, кстати, да. Ну молодцы, свердловцы. И, кстати, тут никакой секретный объект, можно снимать сколько хочешь. А вот Макдональдс, всемирный туалет. В любой точке мира. Если вы вдруг шли-шли, неожиданно захотели, идите, самый замечательный и бесплатный. Спаса на крови. А вот фотографии. Николай с сыном. Вот семья его. И так далее, и так далее, и так далее. Неоднозначное отношение. Жалко, конечно, человека. Тем более со всей семьей. Не дай бог так никому. Дети-то какие были замечательные. Дети-то точно ни при чем. Но он сам несчастный человек. Раз так погиб. Скульптура замечательная, но только на ножках вот у них такое что-то типа сапогов, что ли. К чему? Я думаю, что туфлики. Туфельки носили уж царские-то дочки. Царство им небесное, конечно. Ну, конкретно прям сапоги на ногах. Или что, несли тяжелый нож. И вот это мне еще нравится, вот так. Лестница забита досками. Чё к чему, вообще непонятно, чтобы люди не ходили. Не, ну если, может быть, она опасная, и люди там некоторые, может, упали к этому, ну, о совести. Вот тут
высотки Свердловские, Екатеринбургские, Екатерина, да? Ты была не права. А вот дома богатеев, соответственно, это тоже дом был богатей, раз это на месте гибели построен этот храм. Ипатьевский дом, да? Тоже был не бедный человек. И в подвале этого дома и шлепнули их. А вот напротив дома местных богатеев, купцов и так далее. То есть испокон веков люди стремились забраться повыше, покруче быть. Ну, как бы да, вот память осталась. Память о них осталась. Дома-то, соответственно, постройки. А что похож? На большой театр похож. Дворцы во всех городах, по крайней мере, где металлургический завод есть. У нас в Медногорске вот такой дворец есть. Металлургов называется. Металлургов. Мини-большой театр. Ну и вот люди побольше. Наташа, скажи, тебе жалко царскую семью? Да. Жалко? Да. А царь был хороший? Ну, для кого-то хороший, для кого-то. А для тебя хороший был царь? Для меня он никак. Никак не был? Я его не знала. Не знала? Ну ты как думаешь, он хороший был человек? Ну, может, человек хороший был. Молодец. Вот смотрите, ручные голуби. Прикормили голубей. У нас еще от всего богатства остался там киоск на вокзале стоит в нашем городе. И вот тоже наши продавцы прикормили. А там еще воробьи, кстати, да? Воробьи. И вот такая же история у нас один в один. Схема простая. Покупаете каждый день по полкилограмма чего? Ну, любого пшена, да? Семечки, пшено и все. И будете вот такими дрессировщиками птиц. А, перловку мы покупали. Вот, перловку покупали, молодцы, да. Вот просто надо просто что-то покупать, и все, и будете сначала вот такие же. Да, сначала капризничали даже, видите. Вот. Вот эти, наверное, не капризничают. А тут им хлеб помог. Смотрите, как все просто. И становитесь дрессировщиками птиц. Да. Памятник Мулявин. Ну, Мулявин, не знаю, мне нравится. Раньше, когда я учился в школе, я думал, советские песни это так отстой. И мы там на магнитофоны записывали Назарет, Лед Зеппелин. Крис Норман, кстати, будет здесь 21 октября. Secret Service тоже будет, не помню, когда-то в октябре, вот удивительно. А этот парень организовывал группы, писал музыку, молодец, конечно. Оказалось, что его музыка вот лучше даже, чем Secret Service и Крис. Но где эти Криса Норманы, где эти Кис? Назарет-то вроде как, да, нормально все равно. Супермакс еще. Но этот оказался круче всех. Ну, по крайней мере, для русскоязычных. И вот, наконец-то, первые горы. От Алтая до вот этой точки не было ни одного нормального холма. Но это как бы еще не горы, как бы холм еще, но уже внушительный.